Сегодня я вам расскажу о керосиновых лампах. Все они у меня начала 20 века. То есть вот это Otto Miller на чугунной подставке. Красивый такой. Высота вот ее регулируется. Специальный рычажок. Она поднимается, опускается. Примерно вот так вот изображение. Вот Otto Miller AIG. Производство Германия. Везде здесь изображены логотипы. То есть стекло вот здесь. Это вторая лампа фирмы Fledermaus. В простонародье летучая мышь. Тут изображена летучая мышь на стекле. Это тоже поднимается. Защита вот эта. Все сниму. Тут изображена летучая мышь. С другой стороны изображен Пегас. Тоже такая интересная конструкция. Она переносная. Следующая лампа шахтерская. Тоже керосиновая. Тоже разборная. Откручивается защита. Тут есть колпачок, сеточка. Отдельно стекло снимается. И вот здесь есть порядковый номер. В данном случае 2055. Сама латунная. И она обожжена свинцом. Так вот собирается. Таким образом. Ну, пожалуй, все. Подписывайтесь на мое видео. Будет много интересного.